Добрый вечер, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас в нашем концертном зале на встрече с одним из прославленных творческих коллективов нашей страны. Вас приветствуют лауреат Всемирного и международных фестивалей, кавалер двух высших орденов Иорданского Хашимитского королевства, обладатель высшей награды Республики Адыгея, медали «Слава Адыгеи», коллектив, признанный Международной Черкесской ассоциацией достоянием всего черкесского народа, Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка». Художественный руководитель и постановщик танцев, лауреат премии правительства Российской Федерации, заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики Игорь Атабиев. Главный балетмейстер, народный артист Кабардино-Балкарской Республики Асланбек Битоков. Музыкальный руководитель Казбек Балкаров. Уважаемые зрители, мы начали свою концертную программу хореографической композиции «Курома». А сейчас мы представляем вашему вниманию игровой танец с кинжалами «Сапахата». Исполняет солист ансамбля Мухаммед Деров.
Уважаемые зрители, визитная карточка ансамбля «Кабардинка», княжеский танец «Афа», солисты Ахмед Хутов и Наира Аупа.
Праздничные парни танец кабардинский и соловей. Исполняют Амир Шафи и Марьяна Шикихачева. Заслуженный артист Кабардино-Балкарской республики Амирхан Кавпачев. Вот пусть
старинный кабардинский массовый танец «Уч-ух». Thank you.
сцене Амирхан Гапачев. Я свежа мать.
хореографическая композиция «Отверженный», поставленная по мотивам литературного произведения Лермонтова «Белла». Исполняют заслуженные артисты Кабардино Балкарской Республики Руслан Катачиев, а также артисты Залим Мучаев и Карина Катачиева. Thank you.
танец моздокских кабардинцев. Исполняет группа артистов ансамбля. Thank you.
Армении солист-вокалист ансамбля Амирхан Кавпачев.